Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок на русском сервере. Уже пробуем получить новую имбу, не имбу, посмотрим. Ну вот. Во всяком случае, это очень интересный герой. Я забрал я большие паки и забрал дополнительно. У нас добавили сегодня еще один пак. Вот такие вот плюхи. Надеюсь, завтра, вот видите, уже камешков очень много у нас не влезают. Надо будет качать героев. Героев качать нечем. В общем, все очень печально. Надо очень много книг. Ну, будем ждать. Либо пятые. Ну, лучше всего пятые сундуки замка. Из них получать книги. Либо Шопинг Спри. Но Шопинг Спри вы много книг все равно не получите. Так, сейчас мы заберем эти плюхи и пойдем трешивать по акциям. Посмотрим, что там у нас интересного есть. Надеюсь, до вечера уже перевосстановлю Нокс и смогу вам показать все акции нормальные. Так, эмблемка. Интересно, какая там сумка с эмблемами. Сейчас, короче, наберемся кучу плюх разных. Давайте так заберем. А, восьмерка всего лишь. Хорошо. Поехали дальше. В общем, не дешевый герой, скажем так. Ну, я думаю, если есть бы, было бы не дешевле его получить. Это и так понятно. Если кто помнит, кто играет с того времени, как выходила Арктика и прочее, там первые герои попадались минимум 10-15 паков больших. А то и 20, и 25. То есть по-разному. Понятно, со временем он станет. Ну, есть возможность его без донов собрать. Просто непонятно, как часто будет эта акция. Наверное, она, скорее всего, будет раз в месяц. Посмотрим. Либо будут... Ну, в любом случае, будут сумки продавать. Ну, дали 4 дня. Ну, за 4 дня на русском сервере собрать, не знаю. Посмотрим, как попрет на английском. Сегодня нормально повезло нам. Мы там собрали уже почти 150 осколков. Так, отлично. Это мы собрали. Давайте пооткрываем подарки и пойдем ловить. Так, вместительность склада, отлично. Открываем плюс 10 и плюс 15 зефирки. О, тут скоро скин будет даже. Даже так вот. Вот так вот. Так, понятно. Железка 8 тоже неплохо. Да ладно. Так, эти хоть дало открыть. Так, скины. Это нужная тема нам. Поехали сразу же, чтобы я не забыл. Заодно и силушку подымем. Было 600, стало уже 620. Ну, видите, оно постепенно, они очень хорошо качаются. Так, помимо этого, есть у нас сегодня пакет накопления, то есть можно получить купончик. Ну, в общем, все как обычно. Неплохие плюхи, вот тут реально, посмотрите, 800 за 3500, вообще отлично. Так, топовые плюшки еще нам прибавились. Так, что-то мы не забрали. Но, как обычно, не хватает места. Сейчас я пооткрываю. Так, отлично, забираем эти все плюхи.
Поехали сюда. Посмотрим. Посмотрим, что у нас получится. Бесплатно сразу же падает. У нас было 39, да? Интересно. Многим падает, и мне тоже сегодня на английском сервере там с бесплатки 10 упало. Ну, по-разному бывает. Ну вот, 20 штук. Блять, жесть. Жесть, конечно. Так, окей, поехали. В любом случае, сумок быстрее он соберется. Ну, 140 попыток. Ну, смотрите, как хреново он падает. Так, еще один и камешек. Так, значки почета, книжки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот камешки упали. А если мы сделаем вот так вот все? Что это было? Я что-то не понял. Что-то как-то много, как по мне. Итог, ребят, 90 штук. Половину мы только собрали на русском сервере, на английском сервере, как видите, поболее дали. Ну, плюхи, такое себе книжки. Ну, как-то, блин, так жестко нападало, я что-то думал, там меньше попыток. Так, и что у нас в итоге получилось? Понятно. Ну, завтра на русском сервере единственное, что может ведут пак, вряд ли будут продлевать они рынок, хотя кто его знает, возможно и продлят. Будет интересно посмотреть. Такс. Поехали дальше открывать плюшки. Еще одна сумочка юбилейная. Так, обжорку получили. Эмблемки открываем. Ремочка, отлично. Раскол. Ой, отлично, бравлера, это то, что мне надо. Неплохо, неплохо. Это радует. Так, ну, чарки такие себе. Ну-ка, побежали в питомник. В общем, как видите, то, о чем я говорил, и что... Английский сервер в любом случае будет впереди. Ну, это, конечно, как повезет. Но все-таки там больше, мне кажется, шанс быстрее словить его. Ну, и, конечно, дороже. Дороже он будет там, чем здесь. Это пока временно. Дальше будет он однозначно дешевле. Так, окей, что у нас 50, атака героя на 85, пока щит активен. Неплохо, неплохо, мне это нравится. Так, что у нас еще по акциям? Пакет цветущие, разбей яйца, я не знаю, сколько там у меня попыток осталось. Я посмотрю, может быть, вечером вам засниму, покажу. 89 попыток. Ну, думаю, можно показать. Сокровищница. На трату. Счастливая большая выгода. Ну, идем большую выгоду глянем. Что мы там уже получить можем. В принципе, мы забрали 6, 7, 8 паков. 142 забрать, забрать. Ну, 50 еще друга у нас будет. Землеройку можем забрать. 100 свалено. Ну и почти огника. Но нам он по сути не нужен. Короче, такое себе. Так. Тут вроде все. Еще у нас скины героев. Ну, половину зефирика только собрали, как видите. Я надеюсь, завтра на английском будут продавать. Мы уже сможем полноценно посмотреть на героя в действии. Так, тут нету у меня скина. Видите, как все печально. Многие скины я еще не разблокировал. Но я не играю на этом сервере практически, поэтому так вот.
Все. Ой, а что-то у нас стрелок аж здесь стоит. Надо его вернуть обратно. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.